Ну давай, рассказывай, где находишься. В Турции. Город Алания. Как называется ваш отель, молодой человек? Ориентальный отель. Какой у вас апартамент, ты знаешь? Чего? Номер какой? 501. B501. Не, ну ты, прикупили клубника, тут. Клубника реально вкусная. На десятку, да? Что вкусней? Клубника. Черешня. Мама говорит, черешня. Ну, хватит. Клубника. Попробуй черешню. А как по мне, так все здесь хорошо. Обратите внимание, мои дорогие друзья. Вот это Ваня. Он сегодня отсыпается практически целый день. В автобусе спал на задней полке. Ноги так лучше. А мы ходили на пляж. Там вода прозрачная, надо в маске плавать тебе было. Номер 3. В котором в прошлом году купались. Номер, ребята, у нас такой же. Только в том году был 3-й этаж. Это Ванюшкина комната. Это наша тут. Приходите в гости, у нас диван есть. Пожалуйста. Это вот тут Алёшка вот. Такой вот. Кроватка. Тут вот. Ноги заходить. Тут. Ну так вот. По-скромному. Без излишеств. О! Пошел, нашел черешину. Видите? Не зря пошел. Такой вот вид из окна. Такой вид из окна. Такой вот вид из номера. Вот. О, винтовая лестница есть. Пожарная. Вот эти пожиратели. Здравствуйте. Ты смотри, не грохнись с лестницы. Отцу-то оставьте хоть по ягодке. Да кушайте на здоровье. Вот тут. Вот там петухи живут в этом году. Вот внизу там. Не знаю, куда они делись. Тут лифт. Так вот еще можно зайти. Тут к Ване так заходите. Ванюшка! Батя, клубнику оставить? Да ешь на здоровье, я наелся. Смотри, это самое вкусное, самое сочное. Ну и хорошо. Да на здоровье. Это самое вкусное, самое сочное. Почему вон еще одна? Я ее не заметил. А по мне так вот. Черешня вкусная. Обалдеть.